Сегодня в час 38 ночи в управление ГО и ЧС поступило сообщение о взрыве в районе центрального вещевого рынка «Таганский ряд». Чуть ли не на рыночную территорию бомбу бросили. Такое было сообщение. Выяснилось по прибытии, что взрыв все-таки был. Но через дорогу от рынка на большой автостоянке на Бебеля 136, перекресток Бебеля Ольховская. Стоявший здесь сразу рядом со сторожкой в калашном ряду внедорожник Mitsubishi Pajero, принадлежащий некоему 34-летнему автолюбителю Вадиму Макарову, неизвестный швырнул через проволочный забор гранату РГД-5. В результате иномарка обгорела, а пламя задело еще три припаркованных по соседству «Жигуленка». У Mitsubishi Pajero еще пробило все скаты, видимо, осколками от гранаты посекло. Закоптился автомобиль очень сильно, сами видите. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются параллельно сотрудники железнодорожного РУВД, поскольку это их территория, и сотрудники ГОР УВД, потому что случай со взрывом все-таки из ряда вон.